Москвы. Байкеры убежали, но Тета сильно поврежден. О, нет! Но вы двое целы? Да. Спасибо, что спасла нас. Для тебя что угодно. Скажи, а его можно починить? Он восстановится, но после обширного ремонта. Рады слышать, доктор Хьюз. Фух! Доктор Хьюз, мы сможем интегрироваться? Боюсь, пока не получится. Ой-ой. Стойте, значит, я не смогу завтра играть. Да, или, может, я могу компенсировать ущерб заменой детали. Секунду. Привет, доставляете? О, чудесно, да! В смысле не открыты? Вы же ответили, нужна одна деталь! Что еще? Нужно подождать пару дней. То есть я не помогу. Это ужасно! Но что если ты сможешь играть с незаконченным ремонтом? Нет, все нормально. Тета, попробуй. Ничего, сыграю в другой раз. Так не пойдет. Борьба грядет. Только вперед! Атлан зовет! Да! Я буду мешать. Не стоит. Мам, вопрос. Откуда пришлют запчасть? Из Дейдо. А что? Я привезу их тебе. Логан! Броган! Ужин готов! Ура! О, мисс Лола, лучший босс-злодей, что у нас был. Не уверен. Она снится мне в кошмарах. И тебе? Тебе тоже? Она всегда такая злючая, когда она кричит повсюду дым и огонь. Так страшно. А еще там была кукла. Она бежала за мной. У меня мурашки. Жуткие истории разжигают аппетит. Оставлю тебе крошки. Ой, ну зачем ты так? До скорого. Не забывай звонить. Бета позаботится о безопасности. Удачи, Кайл. Спасибо. Бета, погнали. Дейдо Сити, Атлан, ждите. Печально, но жалости тотали не дождется. Проблем нет аномальных и реально их решить банально. Приятель где-то хочет завтра поиграть. Мы ночь дороги провели, желая груз достать. Если паник попал в тупик, ритм проводник. Выпусти крик, сделай бросок, впереди новый пик. Ну как, лучше? Кажется, рука стала легче. Где Кайл? Как думаете, он успеет к игре? Готово! Привезли! Начинай интеграцию! Ого, это очень быстро! Держи! Спасибо! Я поеду на стадион, ладно? Мы будем тебя ждать! Ты в ударе? Ну, наверное. Костюм, что надо. Ты Кайл, да? Да, я рад. Тише, спокойнее. Команда Тайфун бросает первой. Атлон Валкен. Водяная бомба. Опасен. Наша очередь. Атлан Торнадо. Ураганный вынос. Атикус, АС-1 и АС-2 выбывают. Тренировки помогли. Вы молодцы, ребята. Молодцы. Это ж досада. Чему они рады? Они же проигрывают. Подожди, это часть их плана. Давай, лови! Спасибо! Ой! Рокки! Ловлю! Не ловлю! Тайфун, Валкен выбывает. Поглядите на искры! Кажется, он повредил руки! Ты цел? Не думаю. Похоже, водяная бомба мне недоступна. Он хорош. Будем отбиваться. Вдруг выйдет.
Чтобы победить, тайфуну нужно выложиться. Я не видел таких маленьких, но сильных. Нашей команде непросто. А? Доктор Хьюз? Доктор Хьюз. О, это глаза отдыхали. Да! Тепло бежит, это! И чего тебе? Вот это он делает, лишь одна команда. Ребята, готовы? Вчетвером атланцы не могут остановить мяч. Жаль, ты-то не готов. Интегрируйся он, у них был бы шанс. Чемпион бы их раздавил. Ой-ой-ой! Ох, вот это да! У Атикуса ведущая позиция. У Атлана кончаются силы. Тяжело смотреть. Ой-ой! Это еще не конец! Продолжайте бороться! Замена. О, да! Привет! Готов побеждать? А то! Вовремя! Пришел спасать? Попробую. Ты лучший! Теда, вперед! Да! Атлон чемпион! Интеграция! Рискованный прием. Но, похоже, им нечего терять. Да, это правда. Помню, как-то раз интегрировались 5 ботов, и их всех выбили. А робот был красивый и очень напоминал единорога. А посмотрим, удачная ли эта стратегия. Завязывай уже, Билл. Чемпион, готов? Всегда! Да он просто гигант. То есть промазать будет сложно. Пытался! Сделал. Я бы поостерегся. Атлан чемпион. Победный бросок. Победный. Что? Атикус, АС-2 и АС-4 выбывают. Уху, отлично! О? Да! АС-1 вперед! Покажи, что умеешь! И ботов. С нетерпением ждем следующего раунда. Это было классно! Я согласен! Ура! Ура! Вот это да! Вы видели? Это потрясающая победа! Что думаете о новой песне? Она прославит меня на весь мир! У меня была встреча с фанатами, все идет. Атлан.
Атлан, они главная угроза. Нужно их обессилить. Да, конечно. Я нашла у них слабое звено. Их новый пилот, Террен Свифт. Уверена? Ага. Если сломим его, команде конец.